Паша Дедунов! Всем привет! Это новый выпуск «Авангард Командировка». Через несколько часов состоится первый домашний матч финала Кубка Гагарина. На данный момент счет в серии 1-1. Пару часов назад Кубок Гагарина приехал сюда, на арену в Балашиху. Он успел прокатиться на болиде G-Drive Racing, и во время матча любой желающий сможет сделать с ним фото. Также сегодня на арене находится Кубок Востока. Эта игра очень важна, ведь пока счет в серии ничейный, но после сегодняшнего матча кто-то будет лидировать. Настроение боевое, желаем парням удачи. Ну что, «Авангард Командировка». Финал продолжается, погнали! Как вам подходил? Поставили адрес и пропали. Писали. 2 года назад мы уже играли в финале. Как думаете, этот финал отличается от того, что было 2 года назад? Как минимум составами команды. Команды другие играют. Да, 2 разные команды. Название только осталось. Да. Команда у них послабее уже стала. Финал оправдывает ваши ожидания? Да, на 50%. Мне нравится, как играет, мне не нравится антураж вокруг. Вы когда у дивана смотрите, там, может, на эмоциях какие-то советы даете, вот так надо было играть или так. Вот вы какие советы даете? Вперед, только вперед. Мы по телевизору не смотрим. Только вживую. Хорошего хоккея. Взаимно. Вы следите за финалом Кубка? Ребят, не просто слежу за финалом Кубка. Первый матч, второй матч не буду комментировать, но сейчас мы наиграем на нашей арене. Это важно. Поэтому 3 победы, ребята, вы большие молодцы, болеем за вас. Вау. Поэтому давайте, держитесь. Вы сегодня ездили с Кубком Гагарина, да, очень близко. Чувствуется его энергетика? Не просто чувствуется, знаешь, когда тебе задают вопрос, а что ты ощущаешь? Ребята, это Кубок Гагарина. Ну, во-первых, ты ощущаешь его вес. Да? То есть машину, на самом деле, был сложно его запихнуть. Передать словами, когда это Кубок Гагарина. Вот он сейчас рядом с нами стоит, а представь себе, он когда рядом с тобой, ты один, в принципе, можно взять и уехать. «Авангарда» сейчас идет финишная прямая по сезону. Как себя правильно вести на финишной прямой, чтобы быть первыми? Это очень сложный вопрос ко мне, потому что я думаю, что ребята-профессионалы, они разбираются и знают, что делать. Ребят, мы вас очень любим и болеем. «Авангард» вперед! Сейчас мы отправимся на арену к нашей команде. Respect, show you the rules of the deaf. Even got better rap hands. It's like music to the deaf. I see that stoop in your chest. Gotta prove with your breath. Like a move. Спасибо большое, Дашка. Привет. Кепка и очки не уберегли от фанатов все равно. А где они? Нет, никого нет. Попасть на игру чемпионата, а именно на финальную серию, это, конечно, супер. Счастливы, рады, безумно, конечно. Спасибо вам огромное. Надеемся, что, наверное, в этот раз все-таки мы будем более удачливы. Ну и кубок окажется в Омске. Постоянно смотрим хоккей. Я вот, например, работу там переношу, свою тренировки переношу. Вот 60 матчей есть в чемпионате регулярно. Все 60 от первого до последней секунды. Вам спасибо. ЦСКА со счетом 2-1. Счет в серии становится 2-1. Но не будем расстраиваться, это только середина серии. Сейчас игроки идут отдыхать, и я тоже. И встретимся здесь уже перед 4-й игрой. Позитивный контент.
Через 20 минут начнется 4-й матч финала Кубка Гагарина. К сожалению, сегодня у нас не сыграет Кирилл Семенов. Таким образом, прервалась очень длинная серия. Кирилл провел за «Авангард» 293 матча подряд. Это почти 4 сезона. Его место сегодня занял Арсений Грицюк. Ну, а мы посмотрим, как команда заряжается к игре. Период в этой серии на данный момент. И «Авангард» сумел его выиграть 2-1. Но вы как там вообще держитесь? У нас тут овертайм начинается. Ого! В меньшинстве контратака «Дедунов». Что-то думал, что надо бросить, проверить, как он там не спит, братан. Вы обсуждали, что это у нас первая победа за последних 5 домашних матчей? Нет, это мы об этом не думали. Мы просто играли, как бы знали, мы в овертайме неплохо вроде двигались до этого. Поэтому с этими эмоциями мы вышли дальше. Что перед овертаймом говорили? Что мы более-менее хорошо играем, что не платим. В овертаймах надо выйти с такими эмоциями, как будто бы мы сравняли этот матч, а не они, и двигаться вперед. Сейчас от головы все идет, будет голова полна позитива, будет все хорошо. Что это было вообще? Не спрашивай.
спрашивать. Пора. Я думаю, мы бы не простили себе, если проиграли этот матч на 2 секунды. Пусть и говорят, что в такие моменты те, кто забивает на 2 секунды, у них какой-то будет итог. Но пришли в раздевалку, поговорили, чтобы такого не было 100%. И я думаю, это дало плоды. Но я видел, что ты очень болезненно отреагировал на пропущенную. Там тебя... Да, немножко эмоции, наверное, захлестнули. Должен был блокировать. Не знаю, как получилось, что я не поймал ее. Но хорошо, что выиграли. Иначе я бы опять не спал пару ночей. Вы для себя понимали, что 3-1 это очень серьезно? Да, 100%. Даже после 0-2 очень плохой старт, наверное, у нас сегодня был. Они забили там свои голы, но вернулись в игру. Это дорогого стоит, тем более в таком матче. Выходишь играть в овертайме финала Кубка Гагарина. Твои ощущения? Ну, выходил, наверное. Была смена, была там. Одна была, Коля. Конечно, чуть-чуть получили у нас там повреждения парни, и пришлось сыграть в центре. Как бы, я думаю, получалось все достаточно неплохо. Строго в обороне сыграли. В тайме, конечно, эмоции чуть-чуть переполняют, потому что игра до ошибки. Ну, и когда забили гол, конечно, это чего-то стоит. Давно центра играл? Ну да, я ни разу не играл. А и ты на точку выходил тоже? Да, да, я ни разу не был. В центре я толком не играл, но все равно тренируемся, как бы вижу, как правильно ребята играют. Старался делать то же самое. Главное, я думаю, это не ошибиться было. Я думаю, у нас получилось. То есть там ровно дышать, чтобы как бы сердце успокоилось чуть-чуть, но все равно руки чуть-чуть поддрагивают. Но когда выходишь там частенько, то волнение проходит, чуть успокаиваешься и уже полегче играть. После победы было очень много эмоций, все сильно радовались, но буквально спустя 3 минуты все начали собирать вещи и пошли крутить педали, потому что уже настраиваются на следующий матч. Спасибо, Дима. Спасибо, что болели, все крепко. Паша Дедунов! 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 Ну что, это была просто офигенная победа со счетом 4-3. В очередной раз в плей-офф показали, что мы одна команда и проявили характер. Да не смог сыграть Кирилл Семенов, его заменил Илья Каблуков, а место 13-го нападающего занял Арсений Грицюк. В течение матча его не смог продолжить Андрей Стась, и Арсений Грицюк уже играл центрального нападающего. Пропустили, к сожалению, за секунду до конца. В овертайме получили удаление, но все равно победили. И теперь счет в серии становится 2-2. А мы хотим подвести итоги конкурса. Победителя вы сейчас видите на своем экране, он получает бейсбол от хоккейного клуба «Авангард». И у нас очередной конкурс. В хоккее есть такой статистический показатель, как пройденная дистанция. Напишите, сколько за 2 следующих матча у «Авангарда» будет суммарно пройдена дистанция. Ну, то есть, какое расстояние в сумме пробегут все игроки за 2 следующих матча. Для того, чтобы стать участником конкурса, нужно оставить комментарии на ютубе, поставить лайк этому видео, обязательно подписаться на канал. И тот, кто первый напишет правильный ответ, получит бейсболку от хоккейного клуба «Авангард». Поэтому пишите ваши комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал и заставочку!